останавливаем массовые водителей, проверяем на наличие неуплаты административных штрафов. Написано где? В ТОПСе. Я вижу все. Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» проходит на территории Кашхабльского района. Мероприятие провели сотрудники отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский совместно с судебными приставами района. Представители двух ведомств останавливали автомобили и проверяли по базе данных исполнительных документов водителей на предмет наличия задолженности по административным штрафам. Цель акции – взаимодействие сотрудников госавтоинспекции и службы судебных приставов в части взыскания административных штрафов по неисполненным в установленный срок постановлениям, а также привлечения правонарушителей к административной ответственности. Организаторы рейдового мероприятия призывают водителей не только своевременно оплачивать штрафы, но и не нарушать правила дорожного движения. Это самый простой способ не только избежать штрафов, но и гарантия безопасности на дороге.